принципе, это да. Манда. Приветствую всех, друзья. В этом ролике могло бы быть такое громкое название, что, черт возьми, я ухожу из Ютуба, Ютуб меня заебал и так далее, но благо, что я не инфоблять и не уподобаюсь таким выходкам, чтобы набрать больше кликбейтов. Хотелось бы объяснить, почему я разочаровался в Ютубе как в видеохостинге. Авторское право. Как вы знаете, я меломан, слушаю абсолютно разные песни и в своих видео стараюсь тоже их использовать. И чаще всего... Сейчас же 21 век, сейчас музыку-то можно продавать в электронном виде. Все просто на нее накладывают авторское право и, допустим, какие-то ограничения. Могут запретить ВКонтакте, встраивать в какие-то другие сайты. И, знаете, это меня конкретно так подзаебало. И действительно, были такие ситуации, когда в видео вообще отключалась звуковая дорожка напрочь, и как бы, ну, видос реально терялся. Вот. И поэтому, чтобы это избежать, все следующие видео, все новые мои проекты уже будут выкладываться от моего имени ВКонтакте. Поэтому, ребята, не обессудьте, я ничего не бросаю, я тот же самый блогер, но уже не в рамках Ютуба, потому что на Ютубе реально продвигается какой-то шлак, какие-то громкие названия, там голые жопы на превьюшке. Это да, выстреливает. Я не хочу стоять наравне со всеми этими людьми, контент-мейкерами и блогерами. И поэтому я стараюсь что-то делать свое, за идею.